дороге в России, матушке. Прям глухомань какая-то. Это Ромешковский или Лихославльский район. И вот такая дорога. Мы прыгаем, как на конях. Ехали и вдруг увидели вот такую замечательную церковь. Вы только полюбуйтесь, какая она красивая. А? Вот, шпиль у нее. Что за церковь такая? Видите, какая красивая? А? А здесь врата церковные. Старинные врата. Вот такая церковь здесь. Это наверное, был барский бывший. Да, что-то было такое замечательное. Смотрите, комплекс. Я и так снимаю с машины. Не в городке, а в Дии вот такая же. Здесь памятник. Это Лихославль. Посмотрите, какая замечательная желтенькая церковь. Яркая-яркая. Около дороги. Станция Лихославль. Здесь я увидела старинные дома. Сейчас посмотрим. Вот дом интересный. Мне кажется, здесь станция была раньше. Посмотри-ка. Деревянный. Печка была. Даже фонарь остался. Мне кажется, раньше здесь к вокзалу относился. Вон поезд-то проскочил на Санкт-Петербург. Интересное здание. Сейчас там еще интересные дома. В Лихославле есть Карельский национальный краеведческий музей. Что тут интересного? Сейчас я прочитаю. Часы работы. Здесь страничка истории, что здание построено в конце 19 века Шалыгином Михаилом Гавриловичем. На первом этаже торговали хлебом, булками, пряниками, мелкой сдобой, а на верхнем жила сама семья купца. В 20-30-е годы в здании располагался железнодорожный магазин. Позднее почта, телеграф, радиовещание. 5 ноября 1977 года в бывшем купеческом доме был открыт общественный краеведческий музей. И получил в 2011 название Карельский национальный краеведческий музей. Вышли на площадь. Я увидела здесь туристическую карту Лихославльского района. Что они нам здесь предлагают? Какие тут интересные места есть? Что-то я ничего не вижу. Казанская церковь, Ильинская часовня, часовни разные, часовни, Троицкая церковь. Тихвинская часовня. Здесь два озера.
озеро Лихославльское и озеро Улинское. Из туристической карты Лихославля. Что у них есть? Музей «Мармеладная сказка», дом купца Телепина, городской сад, памятник карельскому рунопевцу. Я видела его. Что-то еще. Дом купца Зверькова, обелиск Победы. Потом что там? Здание железнодорожной амбулатории. Мы вот видели ее. Здание железнодорожного училища. Карельский краеведческий музей. Стационарная башня. Дом аптека, дом купца. Все, посмотрели. Какие в поле колоски красивые. Рожь, наверное. Посмотрите, хлеб растет. Ой, какие колосья. Колючие. Целое-целое поле колосков. Желтые. Пора убирать тяжелые. Мы сюда на машине приехали. Целая-целая. Какая церковь красивая. Ну-ка мы сейчас ее посмотрим. Где она? Где она? Реставрируется. Вот она. На горе высоко видно. Мы попали в Тверь. Это матушка Волга. Сегодня у нас 11 августа. Пляж городской. И с той стороны, я смотрю, плавают. Река глубокая. Вот как поворот сейчас. С машиной. Дверь посмотреть вообще. Да, Ленин стоит. Дома отреставрированные. Светлая такая площадь. Гулять вечером здесь хорошо. Видишь, все дома отреставрированы. Там направо давай. Советская там. Улица. Нет. Заехали в ленту. Вот наш товар. И водичку мы не забыли.